Привет, друзья! Вы на канале «Кладоискатель. Эволюция поиска». Сегодня 15 ноября, и, честно говоря, я зашел в лес просто для интереса еще раз убедиться, есть ли грибы или их нет. Районе 17 километров от Серпухова, Симферопольское шоссе. Поганочки. Но уже приятно, что лес не пустой и что-то еще в нем может еще быть. Смотрите, видите, какие у нас грибочки. Даже приятно посмотреть. Ну, на самом деле, эти грибы съедобные. Так, сейчас посмотрим, что же у нас. Да, эти грибочки, это опята зимние. Как видите, класс. Зимние опяточки есть. О, приятно. Так вот их. Да, это зимние опяточки. Приятненькие. Да, видите, ножка темная. Класс. Пока мы собираем то, что есть, и это на сковородочку будет классно. Вообще обалденно. Мне прям, честно говоря, с вами хочется поделиться. Но довольствуйтесь тем, что вы пока смотрите это видео и получаете наслаждение. Вообще обалдеть. Такая вот прелесть. Просто прелесть. Такие вот они зимнички, опяточки. Вот еще две штучки осталось. Класс. Потом я грибочки переберу, конечно. Сейчас пока с листьями неудобно с камерой делать съемку. Но смотрите, дно почти прикрыто. Шикардос. Лес, конечно, молчун, такой загадочный в этот период осени. Да, скоро гляди, того и снег выпадет.
во многих регионах уже выпал снег. И думаю, что и у нас скоро снег не за горами. И вот, друзья, увидел лисички. Смотрите, какая прелесть. Вот они под листиками сидят. Спрятались. Но факт то, что они есть. Вот там вот стоит лисичка. Сейчас попробуем настроить фокус. Да, вот она. Класс. Так что можно ходить осенью глубокой за грибами. Вот там тропинка, и мне кажется, что там тоже лисички. Давайте посмотрим, приблизим. Да. Вот они. Сейчас здесь соберем, а потом пройдем туда. Вот они. Класс, вообще. Красавицы. Поздние осенние лисички. Один из грибов, который, как говорится, до сих пор есть в лесу. Один подписчик написал, говорит, начинается грибалка, грибачинг с лисичек и заканчивается. Я тоже так думаю. Вот они. Парочка красивая стоит. Так. Вообще красота. Вот это, не знаю, уже брать не будем, наверное. Хотя можно взять. Просто немножко подмерзли края у него, у нее. Уже. Ну класс, ребята, это класс. Донышко прикрывается. Друзья, ну, в принципе, далеко не отошел, прям 2 метра. И вот еще лисички стоят. Приближу вам. Такая вот красота. И вот они, красавицы. Сейчас мы их соберем. Да, красота. Да, берем, ребята. Берем. Ой, красотища. Просто, честно говоря, приятно. Такая приятная приятность. Опа. Да, меня окружили на самом деле грибы в осеннем ноябрьском лесу, середина ноября, 15 ноября. Я просто обалдеваю. Вот смотрите, пока не буду собирать, похоже на ежовики. Ну, сейчас возьмем, посмотрим. Вот там дальше стоит лисичка. Я стою на месте. И вот возле дерева тоже лисички. Справа. Тоже лисички. Кругом грибы, друзья. Поэтому на самом деле я обалдеваю. Факт остается фактом. Но смотрим. Так, что у нас здесь?
Так. Точно, ежовики. Вот они. Красавцы. Я их не собирал. По прошлому видео я спросил, кто может подсказать. И вот они, красавцы. Видите, у них как пестики устроены. Ну, один из подписчиков мне сказал, лучше отдельно собирать ежовики, так как у них осыпается вот эта структура. И засыпают все грибы. Ну, посмотрим. Класс, вообще обалденно. Шикардос. Ну вот, на самом деле, что сказать. Так, двигаемся вот к этим лисичкам. Вот красавцы стоят, видите? Собираем. Сейчас подойдем. И пока вот лисички под елочкой. Класс. Листы обычные. А вот там тоже лисички стоят. Сейчас мы подойдем сюда. Смотрите, сколько их здесь. Много. Здесь вот краешку. Ну, на самом деле, друзья, извините, если что, звук. Ну, думаю, надеюсь, что камера передает звук отлично. Вот, смотрите, сколько я собрал. Конечно, вообще шикарно. Ну вот я углубился немножко в лес. Ну, прошел метров 100, может быть, 50. Немного. Вот. И ежовички. Вот они, красавцы. Смотрите, стоят. Конечно, я их возьму. Попробуем, что такое за гриб. О, класс. Вот это ежовички. Не боятся ни морозов, ни холодов, а все идут. Классно. Берем. И этот берем. Крепкие грибы. Никогда их раньше не собирал, но вот в этот раз попробуем. О, классно. Смотрите, три грибочка в одном. Вот такой интересный гриб. Типа лисички. Ну, красиво. Ну что, друзья, немножко отдалился. Вот. Ну, встретил такую вот опушку. Классно. Нет, грибов я здесь не нашел. Но...
такая вот сосна, друзья. Елка. Мощная. Переломилась. Обалдеть. Ну вот. Грибочки. Ну да ладно. Пятки зимние берем. Опа. Красавцы. Даже слизни еще есть. Обалдеть. Кинем. Так, классно. Еще берем. Так вот. Ну, нормально. Грибок. А вот березка лежит. И на ней такие бабочки древесные. Прикольно. Сосны. Здоровое дерево тоже, но видно, краец уже подъел. Да. Боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали краешком тонкой линией. Берег мой, берег ласковый. Ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко идут крепные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло. Хоть память укрыта такими большими снегами. Ты, гроза, напои меня до пьяна, а не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа.
где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклоняясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами. Лети к родному дому, отсюда к родному дому. Ну вот, солнышко на закате появилось. Класс. И, ребят, смотрите, не знаю, что это за гриб, но думаю, рядовка серая. Вот, смотрите, здесь стоят, здесь стоят, или рядовка коричневая, есть такая, есть. Прикольно. Ну, брать я их не буду, но покажу вам. Смотрите, какая красота. Вообще обалденно. О! Вообще красивый гриб, красивый. Даже два их здесь соединились. Немножко дождик пошел, друзья. Закругляемся. Но вот здесь вот ежевики попались, смотрите. Вот они красивые стоят. О, красавцы. Красавцы, просто красавцы. Вот такие вот классные. Молоденькие. Молоденькие, вообще молоденькие. Вот такие вот ежевичочки. Ха-ха. Раз. Два. Класс. Вообще прям жесткие. Такие классные. Даже иголочки не мнутся. Вот пальцем жестко провожу. Немножко мнутся, но, конечно, я сильно провожу. Берем.